Катрины создатели. Для кого-то тьма, для кого-то рассвет. Люди не понимают, что надо делать. Бог говорит, что через тьму пробивается свет. Нужно только его словам поверить. Люди не понимают, что будет завтра. Им кажется, что изменить ничего нельзя. Но есть в словах Создателя правда. Бог говорит, что людей ожидает другая стезя. Кто-то из людей рвется в небо, но большинство ждет. Бог говорил, что хуже всего ждать. Конечно, преображение все равно придет. Людям будущее свое надо, конечно, знать. Никто из людей не знает этого. Тьма на планете закрыла все горизонты. Никто не придумал расчистки тьмы метод. Люди считают, что лучшая защита – зонты. Защита нужна сегодня особенно. Но лучшая защита – всегда нападение. Нужно переходить в наступление постепенно. Пора организовать вновь движение. В движение не должны приходить фанатики. Они стучатся под флаг революции. Сегодня слова о революции, как фантики. Идет осознание своего пути в эволюции. Надо восстановить тонкую вязь эволюции. Один за всех и все за одного. Бог говорил, что нельзя изменить конституцию. Бог в конституции – это слово одно. Нет преображения, но предпосылки готовы. Историю не повторить дважды. Действия взвешены, разбросаны на счастье подковы. Ваш шаг надо сделать важный. Ядро людей есть, но нет постоянства гарантии, что никто не уйдет из команды. Пора в духе прекратить скитание. Помните молитву Создателю. Она ваша мантра. Вам надо понять Создателя предложения. Нельзя отвлекаться на малое. Лучшее ваше движение – это сложение всех духовных сил в единое целое. Люди в Боге, и, конечно, Бог в вас. Нужно обеспечить гармонию. И неважно для человека, профиль или анфас, вам надо пройти этап внутренней патологии. Люди не понимают, кто они есть. Главное понять, что они в эфире разума. Высший разум формирует разума сеть, человеческого тоже ума. Если люди в эфире, и Создатель, конечно, тоже. Людям нельзя менять этот мир по-своему. Энергетический портал очень сложен. Помните, что люди Создателем сложены. Союз был прав, но партийная была оболочка. Партия ломала на корню людей. Нужна была в истории новая строчка. Нужно было в Боге определиться точней. Россия имела от Бога веды. Это истина. Ворвались на Русь другие религии. Человеческие разногласия закончились тиной. Религии оказались веригами. В истории людей нет правды поныне. История всегда писана под себя. Многие события были водой смыты. Осталось то, что надо было князьям. Страна должна подумать о завтра. Масштаб изменений определит Создатель. Нужно людям знать о себе правду. Народ должен понять, что истории он Созидатель. Людям по истории надо собраться в круг. Правильная в пространстве позиция. Нужно разобраться, кто враг, а кто друг. Равновесная должна быть конструкция. Надо понять, что вы в Боге, и Он значит в вас. Главная роль сегодня за человеком. Пророк, он своего рода спас, проявлен в историческом веке. Мир готов к историческим изменениям. Все будет так, как сказал Бог. Небо ждет вашего уже проявления. Давно пора подводить итог.
Вы сегодня решаете судьбу мира. Мир уже ожидает вашего проявления. Нейтральность, как и любовь, есть мера нового людей к Богу движения. Аминь. Отец Абсолют. 2 июля 2021 года. Катрен. Мир готов к историческим изменениям.